с понедельника по четверг. Мне совсем не нравится роман с женатым мужчиной. Мне это очень неприятно, и я впредь постараюсь, чтобы этого не... Здесь за халатами скрываются такие же, как и мы с вами люди. Здрасте. На что жалуемся? По-моему, я беременна. Значит, на мужа. Принимайте подругу. Зовут Настя Белова. Я Марина. Лена, Аня, Тася. Здесь дети не похожи друг на друга, и каждая история уникальна. Вы замужем? С мужем мы развелись недавно. Как это недавно? 3 часа назад. Она ему не мать. Вернее, мать, но не настоящая, а суррогатная. Здесь слезы, горе и радости соединяются с сильными переживаниями. Ты что, с ума сошла на старости лет? Ты как с матерью разговариваешь. И ты тоже догадался на пенсии ребенка заделать. Ты мне всю жизнь испортила. Не надо на меня здесь орать. Здесь роддом. Здесь каждый день происходят чудеса, и жизнь становится особенно ценной. Положишь мне на стол заявление. Да плевал я на твое заявление, понял? Ирина Розанова, Алексей Серебряков, Сергей Гармаш и Федор Бондарчук в многосерийном фильме «9 месяцев». С понедельника по четверг на ТВ-РУС.